Трипио, ты там? Ой-ой. Ох, из-за этих туманов мои контуры закоротило. Я протокольный дроид, а не планетарный зонд. Негодник R2 оставил меня здесь одного. Этот бесчувственный дроид все время меня бросает. Кто это? Сообщи всемогущей принцессе, что мы нашли Люка. Обошлись и без нее. Госпожа Лея, сообщение от Хана Соло. Прекрасные вести. Хозяин Люк в порядке. Фу. Осиные черви. Ненавижу осиных червей. Хозяйка. Дела бывали и получше. Спасибо за тактический анализ, 3-0. Таркин не зря угрохал кучу кредитов в этого астромеха. Наконец-то. Мохнатая кавалерия. Дроиды, найдите пацана Скайуокера. Приглядывайте за ним. Он нужен нам живым и целым. Это и тебя касается, здоровяк. Ты за все заплатишь. Не сегодня, так завтра. Я в этом уверена. Можешь меня убить, но тебе не справиться с делом всей моей жизни. Тебе не избежать правосудия. Вы не понимаете. Вас ждет совсем иная участь, нежели та, что постигла ваш любимый Алдераан. Вы погибнете далеко не так быстро. И поймете, что... Кто посмел, кто решил, что может поймать врасплох темного повелителя ситов. Твой больной разум подводит тебя, Вейдер. Бегите, принцесса. Расскажите своим друзьям, где вы. Приведите мальчишку ко мне. А, госпожа Лея, отрада моих нефункционирующих датчиков. Куда все подевались? Мертвы. О, нет, что же нам делать? Трипио, как можно быстрее иди туда, где в последний раз видели Люка. Убирайся отсюда. Разумеется, госпожа Лея, но зачем? Командир Лея вызывает янтарную эскадрилью и всех, кто еще на ходу. Скоро по этим координатам придет Вейдер. Ждите моего сигнала. Затем стреляйте из всех орудий. Ой-ой, принцесса Лея, но ведь вы погибнете. Да. Надеюсь, Вейдер тоже умрет. Скажи Люку и Хану, что мне жаль. Иди уже. Кончай ныть, огромный комок шерсти. Да, тебя отравили, а я весь в осином соку. Эту дрянь ни за что не отмыть. Не волнуйся, Чуи. На борту есть противоядие. Мы приведем тебя в порядок. R2, вкали Чуи дозу. Повторяю, всем оставшимся у крылам, летите по моим координатам. Это наш последний шанс. Не упустите его. Ждите моего сигнала. Что она делает? Убить себя хочет. А я-то думал, что ты у нас безбашенный пацан. Похоже, сегодня день спасения всех друзей. Опять. Эй, принцесса, сокол на связи. Мы не позволим тебе героически пожертвовать жизнью. Какого? Нас сбили. Держись. Ух. Что в нас попало? Нет. Крсантон, вовремя же ты. Да, Джаба назначил награду за мою голову. Но давай, ты не за мной. Эй, лапы прочь от моего друга. Беги быстрее, спаси принцессу, мы с ним разберемся. Я вас не брошу. Тогда Лея погибнет. Я вернусь. Не волнуйся, двое против одного, да мы его одной левой. Надеюсь. А вот и хозяин Люк. Ох, привет, могу я вам помочь? Возможно, ты ведь протокольный дроид с операционной средой Сайбот Галактика. Что ж, костюмчик будет туговат, но выбирать не приходится.
БТ тебя не затруднит. Друзья, не уверен, что хорошо вас понимаю. Благодарю, теперь будь любезен. Кстати, нет, совсем не жмёт. Какое облегчение. Ой-ой. Какое унижение. Где же вы? Вы надеялись, что друзья вас спасут? Меня они не спасут. Но с тобой покончим. Сигнал получен. Нет. Нет. Янтарная эскадрилья. Готовы открыть огонь. Я так долго этого ждала. Начинаю отсчет. Стойте, имперцы! Берегись, всем рассредоточиться. Ни шагу дальше. Не понимаю. Разумеется, нет. Вам недоступны даже азы тактики. Глупцы, блуждающие наугад в потемках. Вы убьете Вейдера. Я победил. Вейдер убьет всех вас. Я победил. Кто бы ни проиграл, победит командир Карден. И все лавры достанутся победителю. Приведите мальчишку ко мне.